Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на электрическую зубную щетку Philips Sonicare 3100. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рада, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Электрическая зубная щетка Philips Sonicare 3100 Series с изящным эргономичным дизайном имеет корпус белого цвета. Эргономичный дизайн позволяет без труда удерживать щетку в руке во время чистки. Это тонкая, легкая и эргономичная зубная щетка удобна в использовании, и вы сможете без лишних усилий достичь превосходных результатов чистки. Уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку. Быстрые движения щетинок создают поток микропузырьков из смеси воды и зубной пасты, который направляет вглубь межзубных промежутков и очищает налет даже между зубами. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки. 31 тысяча выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет. Удаляет зубной налет до 5 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой. Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой звуковой технологией удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 5 раз эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен. Встроенный датчик давления защищает зубы и десны. Встроенный датчик давления автоматически распознает давление на щетку, предупреждает пользователя и автоматически снижает интенсивность вибраций зубной щетки для защиты десен. Зубная щетка издаст пульсирующий звуковой сигнал, если вам необходимо не так сильно давить на щетку. 7 из 10 пользователей оценили эффективность этой функции в формировании правильной техники чистки зубов. Оптимальная чистка зубов со Smart Timer и Quad Pacer. 2-минутный таймер Smart Timer и 30-секундный таймер Quad Pacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки. Знает, когда нужно заменить чистящую насадку. Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Технология Brush Sync отчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. Brush Sync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую. Easy Start для удобного перехода. Программа Easy Start обеспечивает постепенное и бережное увеличение мощности чистки зубов в течение первых 14 сеансов с вашей новой зубной щеткой. 14 дней работы от аккумулятора. Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки. Меньше отходов, больше переработки. Адаптеры питания выглядят достаточно компактными, однако в совокупности такие пластиковые отходы значительно влияют на окружающую среду. Зарядное устройство USB для зубных щеток Philips Sonicare серии 1000-4000 позволяет снижать потребление пластика на 189 210 кг каждые 4 года. Значимый показатель, не так ли? Я проанализировала отзывы реальных пользователей аппарата и выделила основные моменты. Вначале расскажу об отрицательных. Крепление насадки хлипкое. Не очень удобно расположена кнопка включения. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Отличное качество чистки. Долго держит заряд. Заряжается быстро. Удобное в использовании. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!